Приветствую тех, кто в активной среде. Новосибирск на связи. И совсем скоро, 15 марта, город станет центром танцевального творчества, где состоится второй всероссийский фестиваль-конкурс хореографического мастерства Red Fest. В фестивале примут участие более 500 участников, а оценивать таланты будет звездный эксперт, победитель телевизионного танцевального проекта «Танцы» Алексей Летучий. Ну и каждый зритель сможет принять участие в социальной акции, где все собранные средства с входных билетов пойдут на помощь детям и взрослым с онкологическими заболеваниями. Мы ждем вас на Red Fest!